спортсмен учится работать. Можем сделать отсадку, отток, отток. Усажим. Вот такая работа. Всех приветствую на канале Клетка. Мы все возобновили наши видеоуроки. Это уже третий урок, который мы решили все-таки заснять. И сегодня поговорим опять о защите корпуса, уклон энергии, отработка и именно упражнения, да, для развития, чтобы спортсмен развивался, делал защиту корпусом, уклон и еще работал на ногах, делал отскоки. Вот такое упражнение, такое базовое упражнение. Мы можем стоять на месте, это делать, да, на месте сначала показываем. Два уклона, раз, два, три. Стоечку встали, или фронтально, неважно. Раз, два, три. Вот, вот такое движение, да, где партнер работает, да, через стойку. Но наша задача через фронтальное положение ног, да, делать два уклона, но первый уклон на месте, второй идет со скоком. И обратите внимание, то есть если мы возьмем круг здесь относительно соперника, да, то есть мы всегда двигаемся по кругу. Нет такого отскока, что мы делаем движение сюда. Соответственно, мы мимо уже пролетели. То есть мы всегда идем, мы так всегда закручиваем. Поэтому если я работаю, я делаю раз, оп, отскок, я должен закрутить, да, таз. Раз, два, три, уклон, отскок. Раз, два, три, всегда разворачиваюсь к сопернику. И пошли. Раз, два, три, оп, оп. Раз, два, три, раз, два. Вот партнер, да, учится, соответственно, спортсмен учится работать через отскоки. Да, все прорабатывается. Прямые, снизу, боковые. Давай сразу покажем снизу. Бам-бам-бам. Оп, оба скока. Все, через, снизу. Хорошо, через боковые. Раз, два, три. Это все нарабатывается. Все удары прорабатываются. Я бывает просто засекаю таймер там на 30 секунд, на минуту, в зависимости от уровня спортсмена, чтобы он проработал все это время. А дальше мы сделаем следующую отработку через отсок. Да, но наше движение будет... Наше движение будет на месте. То есть партнер бьет джеб, делает уклон и делает отскок назад, разрыв. Опять заходит джебом, уклон в другую сторону, отскок. Всегда работает джеб. Хорошо. Что тренируется? Именно тренируется. Понятно, что мы все зашли с уклоном, кто-то скажет, зачем он делает отскок. Так поэтому это и упражнение, потому что вот с этого положения нам надо выскочить. Это как раз тяжелее. Потом зайти с джебом, сделать уклон и выскочить. Что работает, отрабатываем как раз работу ног. Да, то есть укрепляем наши ноги, чтобы они были хорошие, зырны, чтобы мы могли выскочить. Если мы с этого положения можем выскакивать, мы можем спокойненько сделать разрыв с этой дистанции. Через двойку. Двойка, если классическая, ребят, смотрите. Давайте забежим чуть вперед. Мы можем делать джеб, уклон влево, вправо, извините, да? Или делать джеб, уклон вправо. То есть это место имеет быть. Мы можем сделать атаку отсюда с дальней, можем сделать отсадку, отток отсюда. Поэтому здесь будьте повнимательны, да, то есть не обязательно здесь правую ходить туда влево. Через двойку все то же самое. Двойка, смотрите, правая рука ушел вправо. Раз, делает отскок. Двойка. И отсюда сюда провалит и делает отскок. Поехали на динамике. Вот такая хорошая работа. Но чуть дальше усилим ее, ужесточим, скажем так, усложним. Нам надо задача сделать уклон, нырок, что еще сильнее загружаем ногу, потому что с уклона легче выныривать. С нырка мы меняем всегда положение, да, корпус по-другому. И уже с этого положения будет тяжелее. Зашли, уклон, нырок, и отсюда надо будет выпрыгивать, что очень хорошо загружает ноги. Раз, два, и джебом зашел. Раз, два, и джебом зашел. Раз, два, и джебом зашел. Вот такая работа. Очень хорошая. Через двойку давай. Раз, два, уклон, нырок. Зашли. Оп, оп. Все, вот такие вот три упражнения я хотел показать. А там уже вы сами, как с ними будете с ними работать, уже подойдите более творчески. Все это я, как правило, говорю, я работаю там 30 секунд минимум, минуту достаточно, да, даже для опытного. Да, если мы каждое упражнение разделим прямые снизу боковые по минуте, это со стоечки по минуте, то есть ножки очень хорошо проработают. Так я не сказал, да, что у нас помогает мне сегодня Никита Буданов, тренер спортивного клуба «Клетка» по боксу, персональный тренер. Поэтому приходим к нам тренироваться, ставить удар руками, ногами. Всех ждем групповые персональные тренировки и подписываемся на канал «Клетка».
первый раз сказал, когда уже давно не снимал, был в этой нике. Все, давайте, всем пока, рад был всех видеть.